Привет! Посмотрите на все эти мотоциклы. Наши коллеги из Мотостронга сами привозят их из Европы, выбирая байки с минимальными пробегами и в идеальном состоянии. Склад мотоциклов постоянно обновляется. Подпишитесь на Instagram Мотостронга, там все наличие. А менеджеры Мотостронга помогут вам найти подходящий байк именно для вас и помогут с доставкой по Беларуси, а также в Россию, то есть в Москву, Питер, Симферополь и Смоленск. У нас часто спрашивают, какую машину выбрать, чтобы на ней просто ездить, не менять ее годами и не вкладывать большие деньги в обслуживание. Итак, таких машин много, но одна из них вот эта. Итак, встречаем Passat B7 от Volkswagen. Поклонники всего японского с одной стороны, а с другой стороны всего французского сейчас просто упали в шоке. Неужели Passat может быть надежным и недорогим? Действительно, в своем седьмом поколении эта модель окончательно избавилась от простых атмосферных двигателей. А еще этого Passat не стало классических автоматов. Их место заняли всеми любимые DSG. Если вы истинный знаток данной модели, то, вероятно, уже начали строчить комментарии про атмосферный VR6, а также про американский вариант с 2,5-литровым двигателем и автоматом от Aisin. Все так, все верно. Но в этом обзоре мы сосредоточимся на чисто европейском B7. Такой автомобиль выпускался с 2010 по 2015 год. Да, это глубокий рестайлинг B6. И в этом есть свои плюсы. Лишь только плюсы. Итак, поехали, мы начинаем. Ну что ж, ржавеет ли Passat B7? Хотелось бы отметить, что с качеством окраски и оцинковки у него проблем меньше, чем у Passat B6. Но ржавые в хлам вот такие вот экземпляры все-таки встречаются. Но это в основном касается ранних автомобилей 2011 модельного года. Краска у него отваливается хлопьями, там, где она отшелушивается, и появляется коррозия. А это в местах стыков панелей кузова и бампера, вокруг дверных ручек, по периметру фонарей и вокруг задней эмблемы Volkswagen. Обязательно обращайте внимание на вот эти места, о которых мы только что сказали. И хотя бы раз в год снимайте уплотнительную резинку с порогов дверей. Именно там может появиться коррозия. Если у вас поздний Passat B7, то однажды весной вы можете обнаружить спучивание краски на задних колесных арках, а также вдоль хромированных молдингов дверей и хромированного молдинга двери багажника. В том случае, если этими деталями ваша машина укомплектована. У нас комплектация попроще. Нижние петли дверей у Passat B7 помогают фиксировать надежно дверь в нескольких положениях, но со временем втулка этих петель ржавеет, и открытие и закрытие начинает быть тугим, и появляется скрип. Что же делать в этом случае? Втулка ржавеет, значит, ее можно заменить на новую бронзовую, но заниматься этим надо будет самостоятельно. Оригинальная петля стоит $150, и никаких аналогов и ремкомплектов, к сожалению, нет. Как уже было сказано, буквально все двигатели для Passat B7 оснащены турбонаддувом и имеют непосредственный впрыск топлива, причем у всех чугунные блоки и привод ГРМ цепью. Даже самый младший двигатель 1.4 TSI на 122 лошадки оснащен чугунным блоком цилиндров. Давайте ближе к делу, надежен ли этот двигатель? Надежен, и вероятно, это самый надежный бензиновый мотор от ВАК. Невероятно, но факт. Во-первых, у него нету никаких особых проблем, которые могут привести к его гибели. Во-вторых, на Passat B7, особенно после 2012 года, этот даунсайзинговый агрегат лишился самых неприятных особенностей, связанных прежде всего с ресурсом его цепи. По факту, после всех ревизий, цепь ГРМ мотора 1.4 TSI служит не менее 200 тысяч километров. Все остальное, что с ним случается, мелочи, не требующие дорогих вложений. В общем, движку 1.4 TSI можно доверять. А все, что надо о нем знать, перечислено в нашем отдельном обзоре на нашем канале. Так что обязательно посмотрите.
Часто Passat B7, которые привезли из Европы, оснащены 1,4-литровым турбомотором EcoFuel, который с завода оборудован так, чтобы ездить на сжатом газе, то есть на метане. У нас даже в Беларуси была такая служба такси, все это прекрасно работало, причем трансмиссии были DSG, то есть все работало надежно и долго при изнурительной эксплуатации. Однако вот в этом случае надо следить за резервуаром для газа. Если он начал ржаветь, то лучше его, естественно, заменить. Другой более распространенный бензиновый двигатель – это всем известный 1.8 TSI семейства EA888 Gen 2. И он прославился жором масла и методами борьбы с ним. Так вот, наиболее лучшая версия – это которая пошла с 2012 года. Там поменяли поршневую, которая была способна не закоксовываться. Но все равно крайне важно менять масло каждые 7,5 тысяч километров, это при городской эксплуатации, ну либо же каждые 10 тысяч километров, если автомобиль эксплуатируется по трассам. Но следить за уровнем масла надо каждую 1000 либо 2 километров. Цепь ГРМ у этого двигателя ходит примерно 100 тысяч километров. И если зашелестит, то ее надо менять. И есть несколько способов диагностики растяжения цепи. Через смотровое окошко в кожухе ГРМ можно рассмотреть шток натяжителя цепи. Прежде всего, шток должен быть свежего образца. Стопорные канавки нанесены по всему его радиусу. 6 выступивших канавок – верный знак необходимости поменять цепь ГРМ. Еще и в диагностическом ПО в 93-й группе измерений можно оценить отставание впускного распредвала. Если значение приближается к минус 3, то цепь нужно менять. Также этот двигатель раз 150-200 тысяч километров может затарахтеть единственным фазовращателем. И дело в том, что этот фазовращатель неотделим от впускного распредвала. И стоимость такого узла в сборе превышает $700. Но фазовращатель можно отремонтировать, заменить лопатки. И чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов на успех и тем менее будет дорогой ремонт. При замене цепи ГРМ надо будет снять впускной коллектор и все там аккуратненько почистить. Также у этого двигателя есть еще некоторые проблемы в виде текущего ТНВД, маслоотделитель, системы вентиляции картерных газов. Но менять это надо, ну, не реже, чем раз в 250 тысяч километров. И вот, например, клапан ВКГ тот же должен быть последней ревизии. Наверняка знатоки вспомнят о проблеме с заклиниванием балансиров, но эта проблема связана с редкой заменой масла, а конкретно присутствием в масле твердых частичек, закоксовавшихся. И вот эти вот твердые частички закупоривают сетки масляных каналов к балансирам. Найдутся и те, кто не доверяет двухступенчатому масляному насосу. Мол, на экономичной ступени недостаточно смазки распредвалом. То есть изнашиваются их шейки и опоры в ГБЦ. Некоторые отключают эту первую ступень, а некоторые даже мастерят небольшую шестерню для увеличения производительности маслонасоса. Да, есть нюансы, о которых нужно знать, и надо периодически этот двигатель диагностировать, но он без особых каких-то глобальных поломок может пройти 500 тысяч километров, особенно если вы его вылечили от масложора. Ну а подробнейший обзор этого двигателя есть на нашем YouTube-канале «АвтоСтронг». Более редкий мотор – это 2.0 TSI. Ну, он тоже хороший мотор, более мощный, относится к той же серии EA888 Generation 2. И все сказанное про 1.8 TSI можно применить к нему. Ну а топовым двигателем для Passat B7 является двигатель 3.6 FSI. Мощный и очень надежный, атмосферный, на чугунном блоке цилиндров с неприличным расходом топлива. В общем, этот двигатель настоящий миллионник. У кого Passat с двигателем VR, обязательно поделитесь своим опытом эксплуатации в комментариях. И не забудьте подписаться на наш канал.
Нужны витамины для вашего автомобиля. Надо устранить угар масла, защитить двигатель от задиров, поднять компрессию, убрать стуки и вибрации, продлить ресурс двигателя трансмиссии топливной системы, защититься от перегрева, снизить расход топлива, избежать замены форсунок, удалить запахи из вентиляции и многое другое. И Супротек вам в этом поможет. А АвтоСтронг стал официальным дилером компании Супротек. Супротек – это трибосоставы для двигателя, которые восстанавливают повреждения при холодном запуске, плюс защищают двигатель от износа при частичных перегревах. Также Супротек – это присадки для двигателей и трансмиссии, для гидравлики, для топливной системы. Также есть средства для ухода за автомобилем, а также есть моторные масла и смазочные материалы. Добавь своему автомобилю ласки и смазки вместе с Супротек. Ну а где покупать это все, вы знаете. В АвтоСтронге ссылочки и подробности будут в описании. Заходите на наш сайт. Ну а теперь про дизельные двигатели. Итак, все дизельные моторы для Passat B7 представлены моторами семейства EA189. Все они очень похожи. Блоки двигателя 1.6 TDI и 2.0, хоть не взаимозаменяемые, но как братья-близнецы. Так вот. У этих двигателей топливная система Common Rail, но поставщиком компонентов для двигателя 1.6 TDI является компания Siemens Continental, и форсунки там пьезоэлектрические. А вот для 2.0 TDI поставщик компания Bosch, и форсунки там электромагнитные. Форсунки надежные, ходят более 300 тысяч километров. Проблем с ними нету, хотя у двигателя 1.6 TDI в самом начале были проблемы с форсунками, и именно по части пьезоэлементов. Новые форсунки стоят примерно $400, бэушка по сотке. За бэушными запчастями и за новыми обязательно приходите в АвтоСтронг. Ссылочки на наши сайты в описании. У дизельных двигателей, в принципе, меньше врожденных проблем. Привод ГРМ проще и дешевле в замене, но на 2.0 TDI раз в 150 тысяч километров надо будет снять впускной коллектор, почистить его и дать свободу вихревым заслонкам. У нас, кстати, на канале есть подробнейший обзор двигателя 1.6 TDI и 2.0 TDI. Ну что ж, итожим. В принципе, дизельные двигатели не такие замороченные, сделаны для больших пробегов, они надежны. И что еще сказать? Ненавистную экологию многим, ну, можно просто отшить. Прежде чем рассказывать про трансмиссии, упомянем, что буквально во всех исполнениях двигатели Passat B7 оснащены двухмассовым маховиком. Эта деталь стоит от 600 до 1000 долларов. И самый дорогой вариант получил двигатель 2.0 TDI. Двухмассовый маховик служит примерно 300 тысяч километров, но все, естественно, зависит от условий эксплуатации. То есть, если будете тягать прицеп, либо же будут частые пробуксовки, естественно, двухмассовый маховик прослужит меньше. С механическими трансмиссиями у Passat B7 проблем никаких нет, поэтому переходим к DSG. А DSG... Напоминаем, это не тупой робот, а преселективная трансмиссия с двойным сцеплением. Сцепление бывает мокрое, а бывает сухое. С двигателями рабочим объемом до 1.8 и включительно идет 7-ступка DSG DQ200. Ничего страшного в ней нет. Нормальная надежная трансмиссия, особенно после 2012 года, когда были устранены ее косяки. И самая последняя ревизия этой трансмиссии была в 2016 году, а гидроблок с нее можно устанавливать на более ранней версии. Итак, что же нужно знать про DQ200? А надо знать то, что ее надо обслуживать каждые 50 тысяч километров, то есть менять масло в механической части и в мехатронной части. Также в мехатронной части есть фильтр. Менять его надо каждые 100 тысяч километров. Причем, чтобы заменить фильтр, надо разбирать мехатроник. Но эта процедура несложная. То есть многие владельцы Passat'ов делают это самостоятельно. Если есть навык, то на это уйдет примерно 3 часа. А в условиях специализированной СТО и того меньше времени. Замена масла в мехатронной части существенно продлевает ресурс соленоидов и электронной платы. Уж лучше менять масло почаще, чем попасть на то, что надо будет покупать гидроблок.
Гидроблок новый стоит $1500, бэушный от $400 до $600. Еще до 2016 года гидроблок, а именно корпус аккумулятора давления, мог просто лопнуть. Машина обездвижится из-за отсутствия рабочего давления в трансмиссии, соответствующей ошибкой P17BF. По умолчанию производителям предлагается замена плиты гидроблока целиком, лучше сразу на усиленный вариант, но некоторые мастера умудряются заварить трещину в алюминиевом корпусе. Также есть вариант с ремкомплектом DSG-7.02 или DSG-7.03 от специализированной мастерской. Кстати, некоторые владельцы Volkswagen умудряются самостоятельно в гаражных условиях установить ремкомплект гидроаккумулятора. Еще нужно следить за состоянием сальников штоков сцепления и менять их по мере появления запотевания. В противном случае масло будет попадать на диски сцепления. Ремкомплект дисков сцепления стоит примерно от $600 до $900. Срок службы такого сухого сцепления примерно 200 тысяч километров, часто даже больше. Кроме того, трансмиссия DQ200 прекрасно диагностируется. Это можно сделать даже самому с помощью ОБД-разъема, ноутбука, специального ПО и инструкциям, которые есть в большом количестве в интернете. Вы точно ничего не испортите, но сможете узнать остаточный ресурс сцепления и как жестко эксплуатировалась та или иная ДСГ, были ли перегревы и как долго. В общем, диагностируйте при выборе автомобиля. С двигателем от 2 литров трудится мокрая ДСГ DQ250. Она еще более надежная, чем DQ200. У нас на канале есть подробнейший ее разбор. Там вы можете увидеть все ее внутренности. Мы рассказали про нюансы. Чтобы эта трансмиссия служила долго и хорошо, надо каждые 60 тысяч километров менять в ней масло. Масло надо 5 литров. $40 за литр стоит оригинальное масло. Но есть неоригинальное масло, канистра 5-литровая стоит $80. Фильтр и прокладка тоже подлежат замене. И, кстати, именно этот автомобиль предоставлен автоцентром My Car Selection. Тут можно выгодно продать, купить или обменять свой автомобиль на другой. Беспроцентная рассрочка, кредит и лизинг прямо на месте. И еще по промокоду AUTOSTRONG каждому покупателю дарят полный бак топлива в подарок. Ссылки я оставил в описании к этому ролику. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать вам об этом автомобиле. Помните, что в AUTOSTRONG помимо отличных БУ запчастей, есть еще и абсолютно новые, а также технические жидкости. Поэтому звоните нам, пишите, заходите на наши сайты. Ждем. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Именно в этом поколении Passat дебютировал универсал повышенной проходимости AllTrek, и его полный привод основан на муфте Haldex 4-го поколения. И чтобы муфта служила долго и электромотор не лег на примерно пробеге 80-100 тысяч, то в этой муфте надо менять масло, чистить маслозаборник, а также менять фильтр. А вообще на сегодняшний день ремкомплекты с электромотором насоса продаются буквально везде, служат примерно 200 тысяч километров и обычно выходят из строя из-за износа угольных щеток. Архитектура подвесок по сравнению с Passat B7 не изменилась. Начнем с задней подвески. Она независимая у европейских B7, а вот балка досталась североамериканской версии. Из дорогого здесь ступичные подшипники. Настоящий оригинал стоит $500, а вот хороший, качественный заменитель, соточку. Буквально все остальные блоки задней подвески продаются отдельно, но далеко не всегда они будут оригинальными. Самый нижний сайлентблок кулака обойдется в $15 по оригиналу, а передний сайлентблок продольного рычага стоит не более $20. Все остальные сайлентблоки, а это буквально 3 штуки на каждое заднее колесо, доступны только по заменителям. И, естественно, все вместе обойдутся от $40 до $70, в зависимости от качества. Передние подвески типичные стойки Макферсона. Расходник здесь, естественно, стойки стабилизатора. По оригиналу одна стоит $50, заменители дешевле от 2 до 5 раз. Задний сайлентблок рычага обойдется в сумму от $30 до $90.
Шаровая опора меняется отдельно и стоит от 25 до 100 долларов. Ступичные подшипники передних колес стоят от 70 до 200 долларов. В общем, никаких сюрпризов в подвеске Passat-а нет. Это вот не Passat какой-то, а Golf. В общем, так-то оно стало с тех пор, когда на Passat-е мотор начали устанавливать поперечно. Ну что, как вам неприхотливость вот этого вот B7? Сможет ли он тягаться в надежности с Camry либо Аккордом? Обязательно напишите ваше мнение в комментариях, а мы обязательно прочитаем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, пишите комментарии. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».